бро. Недавно мне стало скучно, и я подумал, как можно развлечь себя в интернете. И наткнулся на парочку тысяч сайтов, где мне предложили по 55 ссылок, мол, там... Развлечения. Развлечения. Я хочу, чтобы мы с вами проверили, на самом деле ли прикольно эти сайты. Ну чё, погнали. Короче, первый у нас на очереди стоит Music Can Be Fun. Music Can Be Fun — это музыкальная игра. В ней необходимо в ритме фоновой песни, словно рисуя чернилами, собирать синие круги и ворачиваться от красных элементов. Давайте проверим. А если я вообще не буду собирать их? А-а-а! Что, блядь, происходит? Что это? Давай, аджик! Я не знаю, что здесь веселого. Мыслями на море, попой на стуле. Пш. Говно. Музыка небесных сфер. Поколение космоса и, конечно же, стать космонавтом. Он не поможет. Не поможет стать космонавтом? Я мечтал стать космонавтом. Следующий сайт, может быть, претендует на место самого забавного, самого. Это сайт, на котором мы сможем создать, ну, любого человека через 20 лет. Угу. И я бы хотел это сделать что-нибудь. Видеоблогеры в далеком будущем. Давайте начнем с Ивангая. Посмотрим, как будет выглядеть Иван... Через 20 лет. Посмотрим, как Ваня постарел. Ху-ху-ху. Эта хрень еще повторяет за мной. Бил-бил-бил-бил. И вот, Гай, ты реально постарел, чувак. Так, ну, мы посмотрели, какой будет Ваня через 20 лет. И теперь я предлагаю посмотреть, какой будет Андрей Нефёдов через 20 лет. Хотя он уже и так старый. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! О, барабанная дробь! Фу! Мать моя женщина! Вот это... Вот это извращенство! Если ты увидишь это видео, прости меня. Я не хотел тебя так уродовать. Сейчас мы посмотрим, какой буду через 20 лет я. Я даже не знаю, какой я буду. У меня розовенькая кожа. Какой поросенок. Я не смотрю. Не буду. Вот именно таким я буду через 20 гребаных лет. Click to play. Угу. Что? Это то, что я думаю? Чуваки, это... Это мне нравится. Two hours later. Это самый крутой сайт из всех. Серьезно, это самый крутой сайт из всех. Вот это мне нравится. Вот это драйв. Это я называю драйв. Экстрим. Пау! Бра! Давайте проверим еще. Блядь, телеп! Блядь, телеп! Это был... скример. Если вам нечего делать, не ищите. Переходите на мой канал и смотрите видео. Вот и все. А с вами был Дамбо, и пока. Вы классные, бро.